Привет всем! Я жду, я жду, я постоянно чего-то жду. Приветствую всех! С вами Маркела Борисова, вы на моем канале. Сегодня я расскажу одну вещь, которую делать не нужно, не нужно абсолютно в этой жизни и не нужно делать вообще. Это ждать. Вы слышали, наверное, такое выражение: самое плохое — это ждать и догонять. Вот пока вы ждете, ничего не меняется. Вы пытаетесь, вы ждете, пока жизнь сама поменяется, пока миллион долларов вам свалится на голову сам, пока еда придет к вам в ваш дом сама и многое другое. То есть, пока вы ждете, ничего не происходит. Правильно люди говорят, что путь начинается с одного шага. Пока вы не сделаете первый шаг, ничего не выйдет. Поэтому я занимаюсь в интернете заработком уже с 2013 года. Начинал я с 2010. И с 2010 по 2013 я просто ждал. Я просто ждал, что что-то поменяется. Я просто ждал, я не предпринимал никаких усилий. Но с 2013 года я сделал такой шаг. То есть со 2 августа, 2 августа — это праздник не только День ВДВ, но и праздник моего освобождения от рабского труда. Я с 2013 года, со 2 августа, нигде не работаю. Трудовая книжка у меня лежит дома. Я зарабатываю в интернете, я рассчитываю на себя. И если я буду сидеть и ждать, у меня, соответственно, ничего не получится. Поэтому я просто вас призываю: перестаньте чего-то ждать, начните действовать уже сегодня. И тогда у вас все начнет получаться. Начнет получаться, и у вас все в вашей жизни отравняется. Перестаньте негативить, перестаньте осуждать всех и вся. Благодарите всех, просто даже если вас послали нафиг, просто поблагодарите этого человека, что вы первый и последний раз с ним встретились. Поэтому вывод делаем. Начинайте действовать прямо сейчас. Хотите зарабатывать деньги в интернете? Ссылка на мои проекты и тем, чем я занимаюсь с 2013 года, будет в описании под этим видео. Поэтому, если вы хотите что-то поменять в жизни, начните менять этот мир себя. Не с кого-то, не искать крайних, а просто начните менять этот мир в себя, и у вас тогда все получится. Там же есть мои контактные данные, по этой ссылочке перейдете, можете связаться со мной, и мы с вами пообщаемся на тему заработка в интернете и с чего начинать. На этом заканчиваю. Всем привет!